Матч по Винерам 8-5, первый сет. 8-5 ведут Растакус Еловая, розовые майки. В черных Филина Ромашова. Уже видели, да? Я видел, да.
промах увидел, бежишь, а я смотрю под ногами так. Вон оно что. Знаешь, что такое, да, вот это? Штатив одного. Да, здорово, красава! Красава, да? Глазава. А, этот, мяч футбольный, знаешь, давай, как красава называется? Давай, защиты что-нибудь вот так. Ну, наконец-то у нас хоть в России хоть что-то вот вызывает улыбку. Название мяча. Такой подходящий. Может еще это самое, очки, это требуется или просто пожелание? От Песканова еще защита не кает. Да, это пожелание. Потому что я вот играл, помню, вот буквально чуть не каждый раз говоришь мяча, сухой мяч, не сухой, все равно всегда песок. Вот очки разные, есть поляризации, которые блик-гать, есть которые темно освещают, ну то есть у них давай. Они фильтры меняют? Это как у футболистов, грубо говоря, шипы. Ну, да. Для мокрой погоды там. И причем от бешеных денег. Само собой. Маркетинг его никто не отменяет. Что там по счету? Как видишь. Это первая партия. 5-2 первая. Опять не успел. Ну, что такое? Может заранее щелкать, а потом... О! О! Почему? Фоткал? Да, у вас. А я там тогда еще привыкнуть не успел. Техника тогда была другая. Эх, вот надо было поймать кадр. Почти как на автобусе, когда внизу. Ну, прикольно. Давай. А кто рисует фляжку? Ну, не знаю, кто рисунки какие-то видишь или фотографии. Вот там правила, на рекламных таких, да, вещах. Когда анонсируют пляжный волейбол, все время какого-то чувака изображают или девушку, которая именно в таком движении достает какой-то мяч сам на там песке. Там. Есть ролик один. Это не есть там блок или нападение какое-то. Ролик один есть в волейболе, не буду врать, сколько идет, 5 или 15 минут, мне кажется, достаточно известно. Там в замедленном темпе снятые там мужики играют. Все вот эти нападающие ударили, мы так снизу поднимают. Так прям красивый мужик, так прям 10 минут летит. Я тебя вот найду, пришлю. Я вчерашнее видео не посмотрел, там все спали. А я это самое, я тебе просто, как сказать, может ты кино это видел? Кстати, вот тут что-то хотел показать, в этом трейлере его и нету. Заставки я не... Я тебе сейчас, ну, короче, я знал, что я быстрее тебе на смартфоне покажу это и все. А где Настя? Если я его еще найду. Сейчас мама будет играть. Ну что, давай сейчас, ладно, давай это, столовый, да, так. Давай.
защита, раскачивай, защита, раскачивай. Давай, давай, Оля. Вот так, и она была ближе, прилетит от него. А, темно, это может и фокус показывает. Не занимайте разбор, просто сразу. Может, да, тушка пришла. Вот у меня подсказка, что есть. Вот этот вот пунктир. Еще. В эту сторону пока, если слышишь, ты в свету. Ты сюда даже не нашел, а уже сигнал постоянно ходит, видит. Здесь нужна какая-то интуиция, да? Она от опыта берется. О, не успел! А, нет, не успел, она уже в брюхом лежит. Мне кажется, даже если в руку попала, она птичок уже не делала, рука была в лице. Мне кажется, просто уже с точки зрения движения, она уже ее вытянула, уже не знаю, могла что-то сделать. Там же повернула там. Оп, не знаю. Не смогла. Понятно, куда. Перерыв. Перерыв. Это Пашу раз смотрел. Тянется, давай, бери. Thank you.
его еще. А в Анапу? Ну и какие они, знаешь, иногда смотришь. Да, я не знаю. А, да, зачем? Все никак не запомнил. То есть как просто, как помню. Вот это вот. Что есть? Забор? Забор. Я мяч давно катился. Плыл бы. Ворончик достали. Спасибо. Я думаю, не в реке, а в городе. Давай, давай. Оба. Передачу? Ну вот, примерно. Давай, ну подай сюда, сфотографируй. Почти втягиваешь, невозможно. Втягиваешь. Там запах не будет. Пожадничал. Да, да. Что это? Все такое болезнь. Да? Да? Какой ужас. Да? Подальше отойдем. Да.
опять еще. Давайте еще раз. Что, Паша, вот прямо. Давай, давай, хочу очко. Восьмой. Ладно, ну ходи, брат, реально. Ты представляешь, что сейчас мне типа Варгольский сказал? Я сейчас говорю, вообще не представляю. Показать, как он меняется. Ветер, я не знаю, там, что полное. Фоток мы потом найдем. Сынок, ты не видел, да? Сынок. Девчонок. Машина не пошли. А, машина. Thank you.
покажу. Давай, достаем. Thank you.
надел, надел. Даша! Thank you.